И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Ну, раз в предыдущем видео мы уже затронули с вами сферу российской политики, то, к моему сожалению, данное видео будет являться продолжением этой же самой серии. Нет, мы не будем говорить о Владимире Жириновском, которому я уже так или иначе посвятил два своих видеоролика, так же, как и Михееву, одно видео. Нет. Речь пойдет не об этих так называемых российских политиках-экспертах. Речь пойдет о Затулине. Да, о том самом Константине Затулине, который любит избираться в Государственную Думу Российской Федерации от партии «Единая Россия». И избирается он в городе Сочи. Российском городе Сочи, во всяком случае, российском до данного дня он является российским. Почему я об этом говорю? Ну, давайте с вами просто напишем в поисковике «Константин Затулин» и прослушаем его выступление. Большинство из этих выступлений, так же, как и то, о котором пойдет речь в данном видео, посвящено... Нет, не русскому народу Юга России в частности, а почему-то армянам. И не только тем армянам, которые проживают на территории России, но и армянам из Армении. Интересно. Очень интересно. Он никогда не говорит об отношениях Азербайджана и России. Он уделяет внимание только российско-армянским отношениям. Он не говорит об отношениях России, Средней Азии, России и других стран, находящихся на постсоветском пространстве. Его внимание почему-то сконцентрировано именно на армянах. Крайне интересно. Тем более на фоне того, что, как вы знаете, перед выборами, а в скором времени в России состоятся выборы в Государственную Думу, кандидатам в депутаты... Это уже, можно сказать, стало негласным законом и даже гласным во многих странах. Принято посещать те регионы, которые голосуют за ваше избрание. И куда же поехал Затулин? Ну, понятно, что он посетил Сочи, хотя он там бывает достаточно редко, ему больше по нраву Москва. Но речь не об этом. Куда же он поехал? Он поехал туда, откуда тоже зависят голоса, которые могут проголосовать за него во время выборов. Он поехал в Армению. Знаете, когда я говорю, многие со мной, некоторые со мной не соглашаются. Я, в частности, в качестве шутки... черного сарказма, говорю, что, видимо, Армении давным-давно действительно пора войти в состав России и в качестве депутата от армянской области. Армении даже не придется искать такую кандидатуру. Первой кандидатурой, конечно же, будет Константин Затулин. Он и так уже избирается практически от Армении. Вы сейчас... Для того, чтобы в этом убедиться, вы сейчас услышите, с каким контингентом политиков-политических сил Армении встретился Константин Затулин. И вы поймете правоту тех высказываний, которых сделал ваш слуга. Для этого мы перейдемте с вами к ролику, который в точности повторяет ту статью, которая сейчас находится перед вашими глазами. Вот этот видеоролик. Открываем, слушаем. Thank you.
давайте остановитесь. Обратите внимание, во всем спектре политических сил не было партии, возглавляемой Пашиняном. Были все крайне прозападные силы, силы, которые часто заявляют о необходимости продолжения кровавого банкета в Карабахе, в частности с дашнаками. То есть этим самым, насколько я понимаю, Константин Затулин выступил практически против того политического направления, который выбрал для России Владимир Путин. Тот самый российский президент, который и создал ту самую партию, от которой избирается Константин Затулин. Интересно. Интересно, дорогие друзья, вот эта нестыковочка. Он решил встретиться даже с дашнаками. Да, с теми самыми дашнаками, которые воевали вначале против царской России, затем против большевиков, затем большая часть из них поддержала нацистов, затем те самые дашнаки, которые имели прямое отношение к разрушению Советского Союза, через поддержка ими сепаратистских движений, в частности на Кавказе. Но почему-то Константин Затулин, вместо того, чтобы встречаться с умеренными хотя бы силами, я не говорю даже сейчас про силы, которые стоят за Пашиняном, но хотя бы с Левоном Тер-Петросяном, первым президентом Армении. Нет, он встретился с Кочеряном и с дашнаками. Как это вписывается, я не понимаю. С тем самым Кочеряном, при котором американское посольство и достигло таких необъятных форм на территории Армении. Я не знаю, что мне сказать. Может быть, мне что-нибудь скажут россияне? Меня интересует, как вы относитесь к тому, чтобы действительно вооруженные силы России присоединили территорию Армении к России? В частности, в истории был такой момент, когда данная область называлась Араратской областью, на которой находится нынешняя Армения. Может быть, пора это вернуть? И депутатом от этой области сделать Константина Затулина, а может быть даже президентом? Почему нет? В царские времена русские цари любили назначать своих поверенных в закавказских республиках. Почему не назначить Константина Затулина ответственного за Араратскую область? В частности, губернатором Араратской области Российской Федерации. Как-то так, дорогие друзья. При том, что, знаете, что меня всегда удивляет? Затулин всегда говорит об Армении. Постоянно говорит об армянском народе, не говоря толком о русском народе. Во всяком случае, в разы меньше. При том, что на юге России, и сегодня мы с вами об этом поговорим, точнее сказать, мы с вами поговорим о внеочередном беспределе армянства, когда армянство уже диктует свои права российским журналистам и правоохранительным органам, которые уже полностью прикарманены. Почему-то Затулин об этом молчит. При этом мы поговорим практически о целой улице, которую держат армяне в одном из городов Российской Федерации. Целая улица. Проспект. Небольшой. Где их законы выше российских. Хотя таких районов очень много даже в Москве. Мы поговорим об одном из таких. Ну что ж, дорогие друзья, жду ваших комментариев, лайков, дизлайков. Хотелось бы услышать ваше мнение о том, о чем мы с вами поговорили, в форме комментариев.
Не забудьте подписаться на канал, те, кто не подписаны. Те, кто подписаны, проверяйте подписку. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Я сюда сейчас нажимать не буду, потому что не люблю подписываться на каналы, которые так или иначе поддерживают армянскую сторону. Уж простите меня. Также я надеюсь, что вы поделитесь ссылками на мои видео в соцсетях, пригласите друзей и знакомых и попросите их сделать все то, о чем я уже вас просил. На этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч на моем канале. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания.